Докладывает старший навигатор справа по курсу, обитаемая планета. С камеры фиксирует кислородную атмосферу, белковые формы жизни, малоразвитую цивилизацию гуманоидов с низким уровнем науки и примитивными технологиями при полном отсутствии космических вооруженных сил. Существуют ли препятствия нашему вторжению? Бортовой мозг выдал только один фактор, способный предотвратить оккупацию. Это местный житель, некто капитан Пронин. Разрешите доложить. Абитуриент Пронин для сдачи вступительного экзамена в милицейскую академию прибыл. О, старый знакомый. Ну что ж, берите билет, только, пожалуйста, не переусердствуйте. А то знаю я вас, суперменов. Билет номер 3, вопрос 1. Маскировка. Капитан Пронин. Мы телепортировали вас на борт флагмана имперской эскадры космических захватчиков, чтобы предложить сотрудничество в деле оккупации вашей родной планеты. В случае несогласия я вас немедленно уничтожу. Это мы еще поглядим, кто кого уничтожит. Капитан, гроза преступных планов, знают все его за океаном. Russian Super! Капитан Пронин, мастер розыска, любитель погони. Капитан Пронин, сыщик, а знают даже дети. Обеспечит высший класс супер-детектив. Капитан Пронин, суперстар, знают все на свете. День и ночь за нас с тобой. Рано идет безрывный бой. Командор Пронина поймали космические пираты. Теперь они его съедят. Ни в коем случае. Срочно доставьте капитана ко мне и прикажите связать покрепче, чтобы этот землянин не выкинул еще какой-нибудь фокус. Эх, скучно лететь. Может, герой этому помучить от нечего делать? Я тебя помучаю. За него имперцы валютой платят. Вот уже и задаток телепортировали. А что, действительно скучно летим? Слушай сюда, шпана межпланетная. Как тут у вас насчет азартных игр? Вот, например, Шарик по прозвищу Гарик. Раз, два, три, четыре, ты. Где Шарик? Давлю все. Шарик тут, а вот и нет. Ну что, братья, по разуму, играем дальше. Осмелюсь доложить, пираты прибыли. Все хип-хоп, командор, он здесь. Можете забрать это земное чудовище. Навигатор, приведите пленницу. Слушай, наследная владычица Сириуса, мисс Вселенная, ее высочество принцесса Деспа. Принцесса, последний раз предлагаю. Или вы сейчас же станете моей? Нет, никогда. Или вы сейчас же станете свидетельницей жуткой расправы над лучшим представителем племени людей с планеты Земля? Нет! Не надо! Затем мои корабли оккупируют Землю, разграбят и уничтожат. Следующим будет ваш родной Сириус. Итак, принцесса, я жду ответа. Я? Согласна. Не спешите соглашаться, гражданочка. Милиция на борту, сейчас разберемся с хулиганом. Почему он не связан? Мы с ним играли в азартные игры. От скуки. И проигрались, пух. Ну все проиграли, и деньги, и мебель, да и саму летающую тарелку тоже проиграли. Командор, нас окружают превосходящие силы противника, корабли Сириуса. Откуда они узнали наши координаты? Так мы же ему межгалактический радиопередатчик тоже проиграли. Ура! Наши побеждают! Не радуйся, я все равно убью тебя. Эй, командир, ты
забыл обо мне. И не надейся, капитан. Ты даже не сможешь прикоснуться ко мне. Мои доспехи под напряжением тысячу боль. Все-таки резиновая дубинка ценная вещь, особенно в космосе. Принцесса, мы победили, мы свободны. Нет, я не свободна. Мое сердце в плену этого землянина. Извините, ваше высочество. Жена и супруги свои не изменю. Во что бы то ни стало. Эй, капитан, а как же тарелка-то? Ты же ее у нас выиграл. Оставь себе. И не забудьте, что обещали завязать с преступным прошлым. Замёзано. Займёмся игорным бизнесом. Слышь, капитан, я тебе как гуманоид гуманоиду скажу. Классный ты мужик, Пронин. И не надейтесь. Я капитана давно знаю. Уж ежели Пронин замаскировался, ни почём не отыскать. Такой уж у него характер. Разрешите приступить к дальнейшей сдаче экзамена. Вопрос второй. Метание гранаты. Отставить! Капитан Пронин, экзаменационная комиссия единодушно решила зачитать вам вступительный экзамен за выпускной. Поздравляем с окончанием милицейской академии. Рады за вас. А уж я-то как рад, литературно выражаясь. Ну, просто нет слов. Капитан Пронин, суперстар. Someday, one day, remember me. Captain Ronin, superstar. Will it pay you entertainment and in the way? Stop! Спонсор фильма «Цивилизация планеты Сириус».